Всем привет! Сегодня вам расскажу несколько моих лайфхаков, либо способов, как я могу себя замотивировать на уборку, что сегодня и произошло. Я не очень сильно хотела сегодня убираться, но мне так хотелось чистый дом. И знаете, я вот просто нашла себе силы и сделала это. А что мне помогло, я сейчас вам расскажу. Первое, это я включила мотивирующее видео. Это была Света Демкина. Посмотрела ее видео про любовь к себе. Дальше я пошла и сделала уход за собой. Как раз на фоне этого видео. Кстати, в этом мне помогла посылочка с Эйвона. Я вам попозже покажу распаковочку. Не знаю, вы любите всякие распаковки. Поделюсь своими эмоциями. Дальше, что мне помогло сегодня, это воздух. Когда я открыла форточку, впустила свежий морозный воздух. Кстати, у нас сегодня уже снег обещают. Я вздохнула полной грудью, прям будто жизнь в меня обливается. И прям настроение улучшается. Также я включила свою любимую музыку. И она мне начала поднимать настроение потихоньку. И в итоге я уже тут, когда убиралась, я уже плясала. Настроение было на высоте. И я решила видео заснять и просто поделиться с вами вот такими лайфхаками, которые мне помогли сегодня в уборке. Сегодня я буду убираться везде по чуть-чуть, чтобы в целом дом выглядел опрятным, чистым, уютным. Не буду раскрывать какие-то дальние завалы, а чисто хочется так преобразить дом, чтобы пришел и сразу увидел чистоту, не важно, что творится в ящиках. Постелила свежую белую скатерть. Поставила некий декор на стол, и так стало более уютненько. Сегодня день рождения у моих племянников, и я разбираю подарочки им и упаковываю подарочные упаковки. Ванюшки пока что нету дома, он в садике, и я со спокойной душой этим занимаюсь. Сами понимаете, что детки, они хотят все себе. И сейчас мы с вами приготовим очень быстрый обед-ужин. Кто как кушает такое. Я просто на растительном масле обжариваю ветчину, либо бекон туда можно взять. Добавляю такой сырок плавленый, хохланд, прям целую упаковочку. Добавляю овсяное молоко, но кто пьет коровье, то, конечно же, добавляю коровье молоко. Таким образом дроблю сырок, чтобы он быстрее расплавился. И, конечно же, параллельно у меня готовятся макароны из твердых сортов пшеницы. К ветчине я добавляю молотый чесночок. Еще минут 5 готовлю. И все, можно подавать к столу. Это очень быстрое и очень вкусное блюдо. Ветчина дает свой шарм копчености. И очень вкусно получилось. Лично мне поднять уровень энергии в этот день помогла посылка от Avon. Мне предложили прислать продукцию на обзор, я, конечно же, согласилась. Я помню, однажды смотрела видео Ани Запорожской и очень хотела тоже себе Avon, чтобы мне прислали на обзор. И вот это время настало, и наконец-то я их получила. А? Что это такое? Что это такое? Помоги! Это сейчас мы с Ванюшкой будем разбирать нашу посылочку. Тут и мужу гель для душа, пена для бритья. Для нас пена, кстати, пена очень хорошая. Очень хорошо пенится, прям классная пена, мне понравилась. Так, это для папы? Да, это для папы. Ну как он? Вот это что у нас? Так, что тут у нас еще? Тут много чего еще. Май, нам двоим хватит тут посмотреть, что тут еще есть. Ой, интересно, доставай. Я вот это достану, а ты? Вот эту коробочку? Ну давай. Вот это, я вот эту будем распаковывать. Давай, интересно, какой у тебя цвет попадется, какой у меня. Так. Опа, а у меня мутирующий слой. Ой, какой красивый! На моих ногтях обычно он держится полдня, но здесь он уже выдержал 2 дня. Не знаю, сколько я его еще буду носить.
Так что огромный респект этому лаку. Также я выбрала такое средство. 2 в 1, его можно наносить и на губки, и на щёчки, как румяна. В общем, как это хотите, так его используйте. Мне понравился финиш у него, такой матовый, как пудрочка такая легкая. Мне понравилось, да, я довольна. Кстати, из помады была еще вот такая малышка, очень стильно смотрится, и цвет очень приятный. Я переживала, что по каталогу будет сложно выбирать цвет, но я угадала, и это классно. Что это? Еще классная вещь — это туалетная вода, которую можно купить в небольшом количестве и попробовать на себе, нравится, не нравится, и потом уже брать полноразмерную версию. Объем маленькой туалетной воды 10 мл, и ее можно с собой класть в сумочку, невероятно удобно. Для себя я взяла лосьон для тела с запахом, с ароматом. То есть я просто делаю уход за своим телом и заодно благоухаю вкусностями. Я взяла такой сиреневый, но потом, полистав каталог, я поняла, что мне больше по душе, по запаху нравится розовый цвет. Лосьон очень быстро впитался, и то есть не было ощущения липкости, либо какой-то пленки. Я заказывала через Полину, свою знакомую. Полина вам расскажет, как можно сделать заказ в Avon от 999 рублей со скидкой 30%, чтобы получить туалетную воду в качестве приза за 55 рублей. Ссылку на контакт с ней я оставлю под видео, можете обращаться. Действительно хорошая, приятная девушка, и такими контактами очень приятно делиться. Еще хочу рассказать про вот эту тушь, мне она очень сильно понравилась. Она идет еще с ухаживающими компонентами, она стимулирует рост ресничек, но мне понравился сам эффект после нанесения. Когда я нанесла первый слой, реснички просто как бы подчеркнулись, стали такие более черненькие. А когда нанесла второй слой, то уже такой прям красивый веер из ресниц получился. Плюс она еще подкрутила мои ресницы. Мне действительно очень понравилась эта тушь. И скорее всего я ее буду заказывать еще, потому что мне она подходит. Еще она довольно-таки легко смывается с глаз, что для меня очень важно. Дальше продолжаю свою уборочку. По мелочи пособирала мусор в этот черный пакет. Отношу сетки в нашу прихожую. У нас там мини-кладовая уже образовалась. И пью водичку. Люблю пить воду из красивых стаканов, фужеров. И планирую еще какую-нибудь красоту себе купить, чтобы было приятно пить воду. Когда видишь красивый стаканчик, рука так и тянется попить водички. Я решила включить музыку на колонках. Колонки у нас очень-очень старенькие, но по ним видно. Сегодня я прям танцую под песню «Не болей», мне прям очень-очень нравится. Это Баста и Зиверт. Завариваю травяной чай и продолжаю свою уборочку. Сейчас будет музыкальная минутка, и я вам тоже предлагаю потанцевать. Если кто-то делает уборку вместе со мной, то вообще классно. I'm not afraid to die.
Вот действительно, когда делаешь уборку на позитиве, когда настроение классное, то успеваешь намного больше. И всерьез, то лучше, наверное, потратить время на поднятие настроения, а потом вдохновленно делать уборку, нежели себя заставлять и через силу долго-долго мучительно убираться. Сейчас мы с вами придумаем перекус. Я отварила брокколи и выложила на сковородку, заливаю яйцами, и у меня будет такой вот обед. А бульон, который варила с брокколи, я не убираю, не сливаю. На нем я буду готовить чечевичный супчик. Я очень люблю, когда блогеры потом рассказывают, как себя ведут товары, которые они рекламируют. И вот уже очередной раз я показываю и кофточку, которую я стирала уже очень много раз. Раз 5 точно в стиральной машинке. И постельное белье с New Chica, которая приходила ко мне. Тоже все отлично стирается. Ничего не облезло. Все. Этот толстенный свитер, он такой тяжелый, массивный, я помню, с мамой покупали его в магазине, называется Я-Я, достаточно дорогой магазин, но именно этот свитер, он был последний, его сделали по супер крутой какой-то скидке, я его взяла и ни капли не пожалела, хотя маленько по-дедовски выглядит, но зато он очень теплый. Как обычно, вещи с сушилки снимаю, потом новые развешиваю. И сегодня, представляете, я так себя смотивировала, что добралась до нашей ниши. И частично ее разобрала. Брала вот эту коробку, где написано «фотофон». Это когда я занималась фотографией, фотосессиями. Купили фоны, чтобы фотографировать людей. И вот я до сих пор их храню, хотя не знаю, зачем я это делаю. И пока что берем гараж. Очень удачно я расформила одну полку, она полностью пустая у меня оказалась. И здесь будут... Пока что я оставила все в незаконченном виде, потому что уже и сил не осталось, и времени мало. И уже пора идти в нишку укладывать спать. И шуми тоже нехорошая затея, когда ребенок спит. И скорее всего я буду продолжать снимать на данном участке попозже. В следующем видео, а сейчас я буду уже заканчивать это видео.
спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вас зарядило энергией, эмоциями и мотивацией, чтобы что-то сделать, хорошее, позитивное, полезное. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Желаю всем отличного настроения. Всем пока-пока! Close to the sun, close to the